Здравствуйте! Новое видео, и на этот раз я предлагаю похулиганить. Думаю, что у многих дома сохранились телефоны с аккумуляторами, которые можно извлекать из телефона. Вот такой литий-ионный аккумулятор. Возвращаем его обратно в телефон. Достаем зарядку и подключаем к розетке. А пока аккумулятор заряжается, посмотрим на второе устройство, которое по истечении времени оказалось ненужным. Это вентилятор охлаждения процессора с персонального компьютера. Кстати, с бесщеточным двигателем постоянного тока, о котором уже было видео на канале. Смотрите подсказку. И читайте описание. А пока отложим в сторонку вентилятор и достанем батарею из телефона. Как вы уже, наверное, догадались, сейчас мы попробуем объединить два этих элемента в одно устройство. Проверяем заряд светодиодом. Устанавливаем в разъемы от вентилятора контакты. Я использовал медную проволоку. Можно использовать проволоку из одножильных медных алюминиевых проводов. Вот проверяем, вентилятор вращается. Самое главное здесь найти плюсы и минус на батарее и на разъеме вентилятора. С помощью канцелярской резинки делаем нехитрое устройство для фиксации разъемов на батарее. И устанавливаем в это приспособление контакты от вентилятора. Все сделано из подручных средств, поэтому приходится немного повозиться. Но труды не пропадают даром, и вентилятор начинает работать. И автономный переносной вентилятор для охлаждения в жаркую погоду готов. Конечно, желательно продумать более надежную фиксацию и подсоединить выключатель. А пока вентилятор вращается, у вас есть время поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал, чтобы не пропускать полезных видео. Ну и немного о физических основах того, что сейчас происходит на экране. Открываем пособие по физике для школьников. Раздел «Электрический ток в различных средах». Закон Ома для замкнутой цепи. Именно по этому закону определяется сила тока в обмотке электродвигателя вентилятора. Крутящий момент определяется магнитной индукцией катушки, по которой протекает ток с рассчитанной силой. Пособий для школьников формулы для магнитной индукции я не нашел, а вот учебники для вузов физмат специальностей, такая формула имеется. Как видно, магнитная индукция пропорциональна силе тока, проходящей через обмотку катушки и электродвигателей вентилятора. На этом все, до встречи в очередном полезном видео. И не забывайте подписываться на канал.